Привет всем, с вами снова Денис Рим. В этом видео речь пойдет не об автомобилях, а о выходных. Что мы все хотим на выходные? Конечно, отрываться, отдыхать и наслаждаться хорошей погодой, если она, конечно, такая. В этом ролике я расскажу о том, как мы ездили с Аней на выходные в Альпы. На свадьбу нам подарили купон на отель. Отель мы могли взять в любой стране, близлежащей Германии. Также в Германии. Мы смотрели в Австрии, мы смотрели в Хорватии. Ну, мы решили поехать недалеко, и поехали мы в Альпы. Выбрали мы отель Sonnenegg, и он нам очень понравился. Поехали мы с субботы на воскресенье. В субботу мы выехали, приехали туда к обеду. Зашли в отель, выбрали номер, и после того, как мы выбрали номер, мы поехали посмотреть в округе. Поехали по серпантину, погуляли, посмотрели окрестности, составили план на воскресенье. О купоне. В купон входило еще дополнительные развлечения. Они были некоторые бесплатные, некоторые со скидкой. Мы решили поехать на канатной дороге и прогуляться по горам. Приехали мы кататься на вот этом бане. Сейчас пойдем вон на ту гору, туда наверх. У мужиков другие карточки были. У них такие карточки, такая книжечка там со всеми была. А тут нифига, у нас только карточки. Пожалуйста, отдайте обратно. Зубочку. Так вот, да? Эй!
Тяжело? Вроде, не тяжело, вроде холодно, чувствуешь такой холодный ветер, уши мерзнут. А с другой стороны тебе солнце печет. Еще один пробка из коров. Корова, не корова. Походив по горам, мы нагуляли огромный аппетит. В интернете нашли рядом баварскую пивоварню, куда мы и поехали обедать. Обалденное пиво, которое варят мастера. То есть у них происходит это не автоматически, а мастер сам все делает. Красиво, да? Да. Закрывайте двери. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — планета Земля. Он что, просто вот так вот крепится и все, что ли? Из этой пивоварни мы взяли 2 ящика пива. Ой. А не сколько? Просто если бы я взял одну, я бы так бы шел. Надо. Чё? Сразу пиво чуть не выхватили, только вышел, блин, а? Ты смотри, какие немцы. Пивко увидели сразу, давай сюда. Одно пиво увезу Игорю. Браге. Браге. Канал «Китай рулит». А второй выпьем с друзьями. По-моему, мы уже этот... Что? Паркшайн уже прошел давно-давно. Да? Полчаса, сейчас нам штраф выпишут. Не выпишут, мы будем быстрее. Ты можешь быстрее, да? Сколько ты заплатила за все? 44. 44 с пивом, кстати. С пивом, да. Мы выпили 4 пива по 0,33. Да. Мы съели ребра. Ребра, да. И капучино. Все. И вот это пиво. Это получается 12 бутылок. 12, да. 12 бутылок — это почти больше, чем пол ящика. Нашу машину. Мне тоже. Автопилот. Не обшлепывали еще. Курортная зона. Смотри, тут все в этих кроссовках, на велосипедах. Только я один с пивом. Точно. Что,
Штрафа нет? А пиво есть. Пиво есть. Так, ставим его назад, чтобы оно не разбилось. По дороге мы увидели, что можно прокатиться на машинках по железной дороге. Мы воспользовались этим моментом, поднялись и прокатились там. Сиденье не река, а здесь держит плохо. Нужно упираться. Брензен. Класс. А теперь едем обратно. €5 стоит такое удовольствие. Один раз. В следующий раз, если покупаешь, то будет стоить 450. И потом мы наконец поехали в бассейн. Сейчас пойдем купаться. 3 часа наслаждения, плавания, горок и всего остального. Поехали! Отличный бассейн, в котором было много разных саун, разновидности бассейнов, развлечения, спа-салоны и прочее. Также я ссылки подкреплю как на купоны, так же и на этот бассейн в описании. После бассейна мы уже были никакие, то есть мы уже выжатые, собрались и поехали домой. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Я советую вам посетить Альпы. Там замечательный воздух. Вроде думаешь, тут 100 километров, но воздух совершенно другой. Ты в горах, это наслаждение. Рекомендую всем. Посещайте наш канал, оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Пока.